Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 10 часов 30 минут. Начинаем нашу трансляцию. Среднесрочный анализ валютных курсов. С вами Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Плюсики будут означать, что трансляция идет нормально. Итак, жду. Реакции есть. У нас здесь сегодня собачий просто холод. Ужасно. Ужасно холод. Итак, сегодня выходили данные по Австралии, выступление заместителя главы Резервного банка Австралии господина Кента. Он сказал, что в новостях это можно почитать. Ситуация такая достаточно стабильная, умеренная. Будем внимательно следить за происходящим. Очень хорошие показали данные индекс цен на жилье. Прогнозного значения не было, а значения оказались хуже предыдущего значения, но тем не менее, видим на этих данных, британский фунт продолжает укрепляться. Те заявления, которые были сделаны главой Банка Англии Марка Карни, продолжают внушать оптимизм инвесторам. На этом фоне британский фунт продолжает укрепляться. Вышел ежемесячный экономический отчет Банка Японии. Японская иена тоже укрепляется сегодня на этих данных, поэтому начало торговой недели мы с вами как бы наблюдаем, проходит под знаком укрепления вот этих трех основных валют. Из мажоров этой тройки, я сказал бы, да, ну и незначительное укрепление также идет евро-доллару, то есть, по сути дела, американский доллар пока что потихонечку уступает по отношению ко всем остальным валютам. В 13.00 сегодня нас ждет основной индекс потребительских цен, годовые данные и месячные данные, а также будут данные по стоимости труда. Итак, потребительские цены по году снижение на 0,2%, месячные данные вообще уход в отрицательную зону, то есть ситуация в еврозоне пока что не стабилизируется, она продолжает упорно уходить в негатив. Несмотря на то, что была предпринята попытка при помощи ставок хоть как-то повлиять на ситуацию, но пока что это безрезультатно происходит. Так, из того, что нас сегодня ждет промпроизводство по Соединенным Штатам, ожидается положительная динамика, больше чем на процент, совокупно 1,1%. Здесь была красная зона со знаком минус, минус 0,6%, сейчас в плюсе на 0,5%. Вот посмотрим, что будет выходить по факту. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно? Жду вашей реакции по макроэкономической статистике. Если у вас есть вопросы, напишите слово «есть», затем свой вопрос задавайте. Если нет, то посмотрим с вами технику. Вопросов не вижу. Давайте посмотрим, как все выглядит с технической точки зрения. Традиционно начинаем с индекса доллара. Недельный график. Вот у нас как был с вами боковичок. В этом боковичке пока что индекс доллара продолжает торговаться. Неделя была под знаком роста, но затем, если дейли посмотреть график, да, после того, как индекс уперся в уровень Фибоначчи 61,8, произошел отскок, цены опустились вниз, в пятницу немножечко подросли. Вот, поэтому мы видели такую свечку с шипом вверх. Ну а сегодня, как я уже сказал, да, немножко американский доллар уступает практически ко всем остальным валютам. Теперь посмотрим, как выглядят мажорные валютные пары, из которых состоит этот индекс американского доллара. Европейская валюта, евро-доллар, устойчивое падение на протяжении всей недели. Такая уверенная черная свечка, и практически вплотную цены подошли к уровню Фибоначчи 50%, это который мощный уровень. Вот, а на более локальное такое движение, если измерить уровень Фибоначчи, то здесь цены подходили к уровню 38,2. Все закономерно, сразу цены не пробили этот уровень, пока что только протестировали. Теперь посмотрим, как это выглядит с формализованной точки зрения. Сначала
трендовой торговой системы, консервативной. Тренд у нас с вами нисходящий в фазе импульса, говорит один индикатор, а второй повышается, находясь ниже нулевой отметки. Он говорит, что тренд, конечно же, нисходящий, но он находится в фазе отката. Поскольку эта торговая система подразумевает торговлю только в импульсе, значит, сегодня не торговый день, мы сидим на заборе. По диапазонной торговой системе. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас тут. Пересечение еще не произошло. Так, значение 23, все ясно, все понятно. Цены находятся в верхней трети, сигналов покупку пока что нет. Это нельзя рассматривать как сформированный, зафиксированный сигнал. Поэтому здесь остается день продаж по диапазонной торговой системе. Открываем внутреннюю структуру, смотрим, идет отлив. Значит, наша задача подождать, когда отлив закончится по диапазонной торговой системе, и начнется формироваться волна прилива. Приливная волна — это движение вниз, отлив — это движение либо вверх, либо боковое движение. Вот, а прилив — это значит движение вниз. О начале приливной волны нам сообщит сигнал осциллятора в покупку. Как только сигнал будет сформирован, зафиксирован, можно будет понять, что вот он, момент входа наступил, после чего нужно будет открыть часовой фрейм и подождать консолидации узковолатильного бокового движения. Если все срастется, ключевое слово «если», значит, выставляется отложенный приказ sell stop, и вы сможете определить точку выхода, где вы будете выходить своим стоп-лоссом. Ну, а в качестве цели пока что цены не пробили 50% уровень Фибоначчи, это 1.3485, поэтому если ваша сделка не будет удовлетворять правилам управления капиталом, не будет выполняться соотношение 1:3, потенциальные убытки к потенциальным прибылям, да, то от сделки лучше воздержаться. Это будет вполне разумно, то есть подождать, когда цены пробьют по диапазонной системе 50% уровень Фибоначчи. Вернуться подтвердят, а вот потом уже, конечно, это будет самый главный, грамотный вход. Ну, решать вам, я не могу настаивать. Вот. А стратегическая цель по диапазонной торговой системе, здесь у нас много уровней Фибоначчи, вот есть полтинничек, более тонкой фибы, это, наверное, будет первая остановка, имеет смысл о ней уже поговорить на этой неделе. Это значение 1.3375, вот. Ну а дальняя цель 1.3145. Это уже ориентирование на такую жирненькую фибу 38. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по паре евро-доллар. Если есть вопросы, пишем слово «есть», если нет, ставим плюсик. Вопросов нет, идем дальше. Британская валюта. Если по евро-доллару у нас устойчивой была черная нисходящая свечка, а это у нас обе котировки являются обратными, да, то у них совершенно разнонаправленные движения. Если евро у нас падал по отношению к доллару, то фунт всю неделю укреплялся. Причем хороший, мощный рост. Вот здесь вот двойное касание просто идеально практически нарисовано на недельном графике. На daily frame что мы с вами видим? Тренд восходящей фазе импульса. Направление сделки нам четко совершенно известно, да, это покупки без вариантов, и нет никаких отягчающих вину обстоятельств, нет диверов. Стандартная ситуация, ситуация покупок. Идет прилив, значит, дожидаемся, когда прилив закончится, потом ждем, когда будет волна отлива, то есть еще и отлив нужно будет подождать. И вот только потом, на начале формирования новой приливной волны, по сигналу осциллятора можно будет определить момент входа, после чего открыть часовой фрейм и подождать консолидации. Вот идеальный момент. Вот такие вот. Здесь тоже было достаточно неплохо, но момент входа еще не наступал. Да? Вот когда волатильность возрастает, в рынок лучше уже не входить. Если все срастется, значит, вы ставите отложенный приказ buy stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Ну и пока что в качестве цели рекомендую рассматривать уровень двойного касания, который там далеко в истории у нас есть. Это значение 1.7055, не более пока что.
1.7055. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по британскому фунту. Вопросов нет. Давайте посмотрим австралийца. Австралийский доллар. Он тоже рос всю неделю, достаточно параллельно двигался вместе с британским фунтом. Это бывшая британская колония. Теперь, возможно, имеет смысл посмотреть в более широком диапазоне эту валюту. Посмотрите, у нас вот, казалось бы, вроде идет падение, да, в целом. А вот если посмотреть в широком горизонте, да, то по отношению к минимуму это, в общем-то, достаточно серьезный рост. 50-процентный FIBA находится у нас ниже. Заявленный уровень, о котором говорил Резервный банк Австралии, ну, это, правда, было где-то месяца полтора, может быть, два назад, то, что комфортный уровень 0,8, то есть вот он здесь у нас с вами отмечен, вот туда движение еще достаточно приличное. Вот, а сейчас цена упирается вот в то касание, которое было выше, и рядом у нас есть 50-процентный уровень Фибоначчи. Это более тонкая такая вот фиба. Вот она здесь расположена. Это если смотреть в широком таком горизонте, да? Повторюсь, неделя была роста. Рисуется модель двойного касания. Теперь смотрим формализованно. Тренд восходящий в фазе импульса, а здесь у нас в фазе отката. Поэтому мы забираемся на забор и вынуждены курить бамбук. Категорически не торговой ситуации по этой валютной паре. По австралийцу мы уверенно сидим с вами на заборе и никаких сделок не совершаем. Поскольку здесь не торговая ситуация, я даже не задаю вопрос, все ли ясно, все ли понятно, да? Здесь не может быть никаких разночтений. Позиция сидения на заборе – это очень активная торговая позиция. Теперь переходим к прямым котировкам, смотрим триаду прямых котировок и начинаем с японской валюты. Устойчивый боковичок. То есть после того, как Центральный банк Японии предпринимал активные действия, очень активно удешевлял свою национальную валюту, после чего он сбросил обороты, да, и мы видим, что цены идут в бок и устойчиво пока что торгуются, не выходя за рамки торгового диапазона. Максимум у нас 105, внизу 100 йен за доллар. Вот он так в этом боковичке, то есть не подходя даже к самому верху и не опускаясь к самому низу. Если посмотреть минимальное значение, куда опускалось, это где-то 100.75 йен за доллар. Это вот минимальное значение. А здесь у нас с вами максимум был 104.10 йен за доллар. Вот примерно в таком диапазоне. Где-то по 80 пипсов туда-сюда не доходит, к верху и к низу. Такой у нас с вами диапазончик. На daily фрейме тренд нисходящий в фазе импульса, а здесь у нас фаза отката. То есть по трендовой торговой системе сегодня не торговый день, день бамбука. Так, чуть-чуть давайте продвинем наш боковичок. По диапазонной торговой системе цены находятся в нижней трети, и у нас есть сигнал покупку. Сигнал уже есть. Поэтому по японской валюте, по диапазонной торговой системе сегодня день покупок. Смотрим 4-часовой фрейм. Важно подождать, когда начнется приливная волна, но при этом нужно, чтобы цены находились в этой вот нижней трети. Если они поднимутся выше 101.90 йен за доллар, значит, выше этого уровня уже отложенники не ставятся. Только если все действие, о котором я проговорю дальше, произойдет ниже вот этого значения 101.90 йен за один американский доллар. Значит, здесь должен быть сигнал осциллятора в покупку в этой вот самой нижней трети. Если это происходит в нижней трети, вы понимаете, что момент входа наступил, открываете часовой фрейм и ждете консолидации бокового движения. Если все срастается, ставите отложенный приказ buy stop, посмотрите, где выходить стоп-лоссом,
Ну и в качестве цели 103 точка и еще 50 сотых йен за 1 американский доллар. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по японской валюте. Если вопросы есть, пишем слово «есть», если нет, то просто ставим плюс. Так, я жду вашей реакции. У меня не стоит этот индикатор, о котором вы говорите, Марат, поэтому ничего не могу сказать, это нужно смотреть, у нас нет времени. Сейчас я спрашивал, что неясно по японской валюте, поэтому ваш вопрос мимо денег попал. Вопросы нужно задавать только по сути, это первое. А второе, сработает он или не сработает, я же не Господь Бог, как вы можете мне задавать такой вопрос? Это понятно. Потом, если вы задаете вопрос, нужно ставить знак вопроса. У вас вот сработает, сейчас выставлено в качестве утверждения. И ваша ремарка звучит так. Скажите, а фунт-доллар на недельном графике по MACD показывает дивергенцию? Сработает. Что я должен на это отвечать? Без точки там стоит. Причем дивергенция я с буквой «ы». Не отвечаю на этот вопрос. И так понятно, что по японцу никаких вопросов нет. Идем с вами дальше, да? Смотрим швейцарский франк. Неделя роста. Предыдущая была шипованной, шипом вверх. Здесь устойчивый рост. На daily frame смотрим формализованно. Тренд восходящий в фазе импульса. Теперь нужно посмотреть, как это выглядит на индикаторе MACD. А здесь он падает, находясь выше нулевой отметки. Поэтому если здесь у нас фаза импульса, то здесь у нас с вами фаза отката. В фазе отката эта торговая система консервативная не подразумевает торговлю. Поэтому по этой валютной паре, по швейцарскому франку, нужно забраться на забор, набить бамбуковую палочку и курить бамбук активно. Но никаких сделок категорически по этой валютной паре не совершать. Поскольку день бамбука, он не подразумевает разночтений. Переходим дальше, смотрим канадскую валюту. Канадец, черная устойчивая свечка. Да? У нас ситуация достаточно интересная по обратным котировкам на недельном графике. Да? У нас евро была черная свечка, а фунт с австралийцем белые. И здесь с точностью до наоборот. Японец недельный белый, франк белый, а канадец черный. Черный свечек. То есть то же самое. Движение в противофазе. Теперь смотрим daily frame формализованно по канадской валюте. Тренд нисходящий в фазе импульса. И здесь у нас то же самое подтверждение на индикаторе USMA. У нас сегодня день продаж. Нет отягчающих вину обстоятельств, нет никаких несоответствий в качестве диверов, да? Поэтому здесь у нас совершенно четко день продаж. Направление сделки нам однозначно известно. Открываем 4-часовой фрейм, смотрим, идет волна прилива. Наша задача подождать, когда закончится прилив, затем сформируется отливная волна, подождать, когда еще и отлив закончится, и только на начале формирования новой приливной волны по сигналу осциллятора в продажу мы поймем, что момент входа наступил. После того, как наступает момент входа, нужно подождать еще одного условия. Наличие момента входа не означает, что нужно оголтело бросаться в сделку и сразу продавать по рыночным ценам. Нет, ни в коем случае. Нужно будет открыть часовой фрейм и посмотреть, есть ли консолидация. Это вот такие вот узковолатильные боковые движения. Вот. А когда вот так вот рынок трясет и колбасит, как, например, вот на этой свечке, да, сделка не открывается категорически. То есть только когда есть консолидация. И вот если все срастается, ставите отложенный приказ sell-stop по тем ценам, которые будут, это не сейчас, естественно, делается, да, потому что у нас еще ничего нет, никаких предпосылок к началу открытия позиции. Так вот, отложенный приказ sell-stop, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Теперь цель. Первая — это 38-я FIBA, 1.0805. 1.0805, ну или 800 ровно, 1.0800 ровно.
Далее. 1,0735. Ну и граница ценового канала практически совпадает с точкой двойного касания 1,0560. Вот примерно такие. Но это очень, конечно, далекие стратегические цели. Вначале ориентируемся только на вот эту ФИБУ. Поскольку для того, чтобы двинуться дальше, нужно сначала попытаться преодолеть вот этот уровень Фибоначчи. А он еще не преодолен, не протестирован. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по канадцу. Вопросов нет. Индикатив евро-франк. Смотрите, какая масенькая неделя. Никакая. То есть все последнее время, так же как индекс доллара, он себя ведет достаточно спокойно. Вот то, что я вам сейчас скажу, можете считать, что это бред сумасшедшего, теория заговора, как угодно считайте, но это мое частное мнение, я имею право на это мнение, я его высказываю просто как собственное мнение, я не говорю, что это действительно так. Дело в том, что у нас сейчас непонятки совершенно идут по индексу доллара, он никуда не движется, при этом смотрим, что происходит в мире, как развиваются события в Ираке. За счет Ирака растут цены на нефть, вполне возможно, цены на газ тоже подрастут. Это нужно американцам, чтобы их сланцевая вот эта вот штука была рентабельна, для этого нужны высокие цены на газ. Плюс события на Украине. Увязываем все это вместе. А Ротшильды, они предпочитают хранить свои деньги в Национальном банке Швейцарии. Поскольку эта пара никуда не движется, индекс доллара стоит, вот я делаю заключение, что пока что Ротшильды еще не сделали никаких, не пришли никаким решением, да, то есть начнутся боевые действия серьезные или нет. Вот такое поведение на этом графике, да. Смотрите, насколько активное было движение, вот все мы видели. Банк Швейцарии себя как-то вел, теперь он никак себя не ведет. Практически никакой не идет торговли, да? То есть все встало. Ну, поэтому я делаю такой вывод, что пока что там сидят и чешут репу. Еще раз повторяю, это мое частное мнение, можете над ним посмеяться. Имеет право такое отношение быть. Теперь смотрим последний финансовый инструмент. А вот этот финансовый инструмент, это он как бы отражает общее состояние, настрой мировых инвесторов, поскольку когда в мире неопределенность, есть какие-то риски серьезные, все начинают бежать в золото. И посмотрите, у нас все фильтры смотрели вниз, да, мы говорили только о продажах, при этом цены преодолели наш с вами полтинничек, вот у нас недельный график. Не очень большие свечки, да, но после вот такого бокового движения был небольшой прорыв, теперь цены сюда в этот диапазон опять же возвращаются. По этой торговой системе, если брать формализованно, да, поскольку фильтр продолжает смотреть вниз, поскольку цены пошли вверх, ждем, когда цены оттолкнутся от верхнего уровня Дончиана, и у нас есть два варианта. Первый. Возможность сварить полпорции черепахового супа с движением до полтинника. И полная порция черепахового супа – это движение до нижнего уровня. Если же цены преодолеют даже нижний уровень, то очень серьезная цель – $1200 за одну тройскую унцию. Психологический уровень, к которому цены будут стремиться, даже, может быть, ниже пытаться опуститься, дотянуть до своих исторических минимумов. А пока что наиболее грамотное – это, конечно же, посмотреть вот более скромно. Сначала полпорции черепахового супа. Вот с консервативной точки зрения это будет самый грамотный подход. Алгоритм, как и в предыдущей торговой системе, да, нужно будет подождать, когда цены подойдут к этим уровням на 4 часах, когда будет сигнал осциллятора в продажу, потом часовой фрейм, консолидация, то есть абсолютно все то же самое. Никаких отличий. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Весь среднесрочный консервативный анализ мы с вами закончили.
трудящиеся просят показать агрессивную торговую систему, которая называется хищничег. Смотрим раптора тирекса. Евро-доллар. Пасть у хищничка закрывается, но у нас нет опорных точек по золоту. Ну, вот смотрите, если у вас есть вопрос, всегда нужно писать слово «есть» сначала, поскольку печатаете вы медленно. Вот теперь я начал говорить об аллигаторе, а тут по золоту вопрос. Если бы вы сразу написали слово «есть», я бы подождал, Дмитрий. Нужно алгоритм соблюдать. Понятно, да? Надо сначала написать слово «есть», а потом писать свой вопрос. А те, кто опаздывает, это ваши проблемы, золотые мои, да? Помимо вас там 100 с лишним человек, они же не должны страдать из-за того, что вы опоздали. Цель по золоту — это полтинник. Полтинник определяется очень просто. Вот этот хай и этот лоу делится пополам, получается серединочка. Или это можно сделать при помощи уровня Фибоначчи. Абсолютных значений 1269.97, ну то есть практически 1270 долларов за тройскую унцию. Это полтинник. Здесь берете лоу вот этой свечки, это очень просто. 1240 долларов 93 цента. А ниже, я уже сказал, это 1200. Но для того, чтобы цели начали работать, у вас должно сначала отработать все вот это вот сигнальная фигня, о которой мы с вами говорили. Поэтому о цели думать пока что рано. Первое, на что ориентируется, я говорю, это вот на этот самый полтинничек. Надеюсь, все понятно. Теперь идем, смотрим крокодил. Итак, по крокодилу есть нижний опорный минимум, вот эта вот точка, да? Игорь, не до вас сейчас, отвяньте вы, пожалуйста, я крокодил никак не могу закончить. Те, кто дисциплинирован, все слушают, просят показать крокодил. Почему я сейчас должен все бросить и вот рассказывать вам? Это в высшей степени некорректно, Игорь. Если сейчас кто-то напишет «забаньте Игоря», я его забаню. Поэтому не искушайте, пожалуйста, аудиторию. Итак, опорный минимум, да, это для продаж. Для того, чтобы понять, будет ли этот опорный максимум фрактальным, нужно подождать еще 2 часа. То есть должна закрыться 11-часовая свечка и 12-часовая. Только в 13.00 вам будет понятно, да, будет этот максимум опорным или нет. Теперь смотрим, сколько составляет у нас это. 22 пипса, вполне себе комфортненько. Но, еще раз повторяю, ключевое слово «если», да, то есть если в 13.00 цены не поднимутся выше вот этого максимума, значит, у нас будет опорный минимум и вот этот опорный максимум. Этот рассматривать нельзя, поскольку цены в пасти аллигатора. Итак, сюда нужно будет прибавить спред плюс 1 пипс, отложенный приказ «байстоп», отсюда вычесть 1 пипс из этого минимума. Отложенный приказ sell stop. Входить по первому измерению одним юнитом. Юнит 1/10 части от общего объема позиции. Это по паре евро-доллар. По британскому фунту. Цены вне пасти аллигатора. Пасть смотрит вверх. Значит, здесь ситуация не торговая. Австралиец. Движение вниз, движение вверх, опять вниз, опять вверх. То есть достаточно истерично себя ведет наш хищничек. Если это опять же будет максимум, 35 пипсов, но это уже практически на грани, да, допустимо. Лучше подождать, когда пасть закроется. То есть подождать, когда будет более узкое межфрактальное пространство. Япончик. Резкая смена направлений. Кульбит с переворотом после движения вверх. Хищник резко рванул вниз, нырнул. По швейцарскому франку. Пасть закрывается, но еще не закрыта. Опять же, если это будет опорный минимум в течение 2 часов, давайте посмотрим, что у нас здесь будет. 20 пипсов, ну это вот вполне допустимо. Пусть визуально как бы это не выглядит, как закрытый пасть, да, но тем не менее, смотрите, межфрактальное пространство небольшое, 20 пипсов, но опять же есть ключевое слово «если». Должны закрыться еще 2 свечки, 11-часовая, 12-часовая, значит, если, вот уже одна. Эта свечка есть, еще теперь 2 нужно ждать. Эта свеча и следующая. То есть только в 13.00 будет понятно, если цены ниже этого минимума не опустятся, это будет опорный минимум. Вот тогда можно будет начинать торговать. Здесь отложенный приказ buy stop, прибавив спред плюс 1 пипс, отсюда вычитается 1 пипс, отложенный приказ sell stop.
вход первым измерением одним юнитом. Юнит — десятая часть. Канадец. Смотрим, что здесь. Давайте-ка повнимательней. Фрактал мертвый, значит, его нельзя было рассматривать. До этого ситуация была следующей по канадцу. 17 пипсов, вполне себе комфортненько. Значит, здесь уже этой свечкой по первому измерению, этой по второму. То есть практически по всем измерениям вы уже должны были быть. В рынке здесь сейчас начинать торговать категорически нельзя. Какие будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Вопросов нет. Спасибо всем за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем.